16 серии турецкого сериала «Вавилон», который выйдет 16 октября, мы увидим следующее событие. Ирфан решает изменить тактику для того, чтобы восстановить справедливость и отомстить своим врагам. Эда оказалась в сложном положении, и она понимает, что если счастливого будущего для своего сына, то должна будет связать свою жизнь с Егеменом. Он сказал Эде о том, что они должны стать семьей, и тогда Ирфан все это примет и со временем сможет смириться. Эде очень сложно принять это решение, ведь она до сих пор любит Ирфана. Но, несмотря на это, женщина решила поставить точку на своем прошлом и выкинуть обручальное кольцо. Она приложит все усилия для того, чтобы забыть Ирфана и навсегда вычеркнуть его из своей жизни. В этот момент отношения Айше и Ирфана набирают новые обороты. Когда Айше увидела Ирфана, то не смогла сдержать своих чувств и крепко обняла его. Ирфан растерялся и спросил, как у нее дела. Айше сама не понимает, что с ней происходит, и она находится в растерянности. Ирфан хотел поговорить с Эдой, но его остановил Егемен и предупредил, что если он приблизится к Эде, то отправится обратно в тюрьму. Ирфан готов убить этого предателя. Но его гнев остыл, когда он увидел Дениза. Спасибо вам, что посетили наш канал. Мы благодарны каждому за активность на нашем канале.